Я Олег Касин, актер театра и кино. Служу в театре сатиры. Закончил ВТУ имени Щукина. Курс Марины Александровны Пантелеевой. В кино больше 80 работ. Я снимался у таких режиссеров, как Урсуляк. В трех его картинах снялся. Сергей Говорухин. И у многих других замечательных режиссеров. Я актер разноплановый. Я могу играть комедии, могу быть драматическим артистом, могу быть положительным героем, могу быть отрицательным. В общем, я артист разноплановый. Даже пару раз был героем-любовником. Правда, в комедии. Я люблю свою работу. И стараюсь сделать ее максимально хорошо.